В Слониме на стадионе «Юность» прошли традиционные соревнования по гражданской обороне. 7 санитарных дружин и 22 звена пожаротушения предприятий и организаций Слонимщины включились в борьбу за определение лучших команд. Судьи в очередной раз отметили возросший уровень подготовки. По итогам соперничества лучшей санитарной дружиной стала команда мясокомбината. Звено пожаротушения управления магистральных газопроводов – победитель в комбинированной эстафете. Второе место приглашается команда «КЗУБ» имени Суворова. Причем третий год подряд. Первое место. Филиал Слонимская ОМГ, ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь». Третье место. Команда Слонимского клуб ЖКХ.
Второе место. На награждение приглашается команда ОАО «Слони Мебель». Место присуждается команде ОАО «Слонимский мясокомбинат». Переходящего кубка приглашается команда «Слонимского ОМГ». Приглашается команда ОАО «Слонимский мясокомбинат» для получения переходящего кубка.